В стенах Тверской гордумы прошли два внеочередных заседания народных избранников. Основной вопрос повестки дня – установление мемориальной доски российскому археологу, историку, писателю и краеведу Вячеславу Михайловичу Воробьеву. Подробности у нашего корреспондента. Вячеслав Михайлович родился в Весьегонске. За более чем 40 лет он внес значительный вклад в сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия Верхневолжья. Он опубликовал около 180 работ по культурологии, археологии, военной и гражданской истории. Вячеслав Воробьев был научным консультантом энциклопедического справочника «Тверская область», возглавлял научно-исследовательскую группу «Свод памятников Калининского государственного университета», которая за 10 лет работы под его руководством открыла более 3000 археологических объектов. Напомним, что Вячеслав Воробьев ушел из жизни в ноябре 2022 года. Такие люди, как Воробьев, они очень много сделали для города, для истории города. По его трудам учатся студенты нашего государственного университета. И он как краевед очень любил наш край. Конечно, он внес вклад в обучение наших студентов, наших жителей. Одним из последних и самых крупных проектов Вячеслава Воробьева стала разработка регионального контента парка «Россия. Моя история», который занимает более 30% всей экспозиции, представленной на площадке. Мемориальную табличку профессору Вячеславу Воробьеву установят на одном из зданий Тверского государственного университета, где в свое время учился, а потом и работал краевед. Заслуженный человек, профессор. И вот было принято решение Тверской городской думы. В рамках Дня города эту доску мы должны установить. Город должен будет установить. Также на внеочередном заседании Думы депутаты согласовали проведение реорганизации муниципального унитарного предприятия «Городской проект» – муниципальное бюджетное учреждение. В своем решении народные избранники руководствовались федеральным законодательством, которое предписывает преобразование или ликвидацию унитарных форм собственности.